Брюнетки правят миром, это я знаю. Вы сейчас офигеете. Кто-нибудь из вас знал о том, что Дагестан – это Россия? Вы представляете? Дагестан – это Россия. Там разговаривают на русском, там расплачиваются российскими картами. Там в целом, ну, менталитет, он-то ведь не русский, а люди не русской внешности. У них даже есть какой-то свой язык. Между прочим, о России. Я горжусь, люблю, но меня поразило. Интересно, а вообще как так вышло? Кто-нибудь может сказать? Пиздец, нахуй, блядь! Шикарно, вот выходит человек вообще из любых ситуаций, он выходит, вот человек рожден победителем, поэтому нет, рост 3 метра нет, ну, кроме... и 54 размер. Ну не 54, а 48, нет, обувь. Нет, ну это серьезный левел, да, вот это точно чувствует какая-то там вот, так сказать, Шахерезада, понимаете? А сейчас было обидно, да? Почему нет? А сейчас так это как-то харассмент какой-то, да, нет, да. Нет, ну брюнетки правят миром, это я знаю. Вот, давайте на брюнетки, это... а не брюнетки. Вот все-таки брюнетки правят миром, а не белые гетеросексуальные мужчины. Вот на этой ноте мы и закончим. Вот в этом мы исходим. Все, что ли, у нас? Да. Правда 24, друзья, вы смотрели яркую программу со скромным спортивным комментатором Евгений Лейла. Благодарят.